Как обычно, лежу я, смотрю в окошко, а там бродит парочка, сладкая парочка. Сейчас я поднимусь и попробую снять. Виктория говорит, он перестал кушать, этот Жоржик, крутится возле Мирки, вертится. Мирка заигрывает с Лириком, с Марсиком. Жорик не то что ревнует, Жорик не ревнует, но он ее вчера засунул в будку, прикрыл своим телом и не выпускал. И Марсик спал один в своей будке. В общем, они летом спят в будках. А, ну, Лерочек само собой, конечно, Лерочку досталось, потому что Мирка его спровоцировала. А это увидел Жорик, а ему не понравилось. Короче, он накинулся на Лирика, подбежал Марсик. Мирка тоже кинулась на Лирика. Сначала, значит, его как бы соблазнила, потом давай за компанию его тоже грызть. Ну, тут, конечно, я подбежал. У нас тут есть разъединители. Что такое разъединители? Вы знаете. А, такие стоят везде. Вон они, палочка, видите, вон. Ну, я-то ими не пользуюсь, а просто знаете что, заходите, возьму в руки. Вот что за монета вот эта? Выйти, зайти, выйти, зайти, выйти. И вот, смотрите, наблюдайте. Наблюдайте, все. Вот он от нее не отходит. Целыми днями. Ну, я просто решил снять, вот. Нюхает, нюхает. Там что-то у нее, не знаю, какой-то процесс происходит. Виктория говорит, какая-то розочка там у нее распускается. И вот он не ест. Ну, он не похудал, ничего. Так вчера открывали рот и засовывали ему пищу туда. Ну, как вам сказать, насильно, да. Я говорю, Вика, да перестань, у собак все рассчитано. У них там свой график, они... Ну, как, ничего не будет. Побежали, все. Побежали. Не помрет с голоду. Наоборот, стройнее будет. И вот такая картина. В общем, Мирка и Жорик. Мажорик. Ну, а я посмотрю, поснимаю, как говорится. Самое интересное вечером, конечно. Жорка, Жорка. Бросил. Иди сюда. Иди, расскажи. Расскажи зрителям. Не, видите, все. Не хочет один. Жорка, ну что? Ну что ж ты? Виктория обижается, говорит, все, говорит, утеряла я свое любимое существо Жорика. То он на коленках сидел, гладился там с ней. Теперь все, он ее забыл, теперь у него вот любовный один, это Мирка. Он от нее не отходит, Викторию позабыл. Не дает даже погладить. Она обижается, конечно. Уткнулась в свое вязание, плачет. Говорит, все. Я, да ничего, через неделю все закончится, и Жорик опять будет твой. Опять будешь его гладить. А пока, видите, вот такая картина. Все, вот это вот такое, ну, броунское движение, это когда много там молекул или частиц, а тут два, тут я не знаю даже, как назвать это движение. Как-то придумай. Название же есть какое-то такое. Дуэт. Ну, идите сюда. Идите. Ну что? На секунду. Он даже... Иди. Приглашает он. Видите? Иди, иди, давай. Жорик. Да, Жорик. Кто ж так прыгает? Надо же прыгать в тот момент, когда она вот находится вот здесь вот. Идите, быстрее. Иди, Мирка. О! Знаете, что делать? Знаете, все порушилось. Видите? Вот это прыжок. Жоржик, ну ты даму же пригласи. Иди, залазь, Мирка. Прыгай. Мира, давайте.
Она не хочет. Мира, иди сюда. Иди быстрее. Вот. Этот подтянулся теперь. Д'Артаньян. Миледи. Портос. Ну что, давайте. Запрыгивайте. Быстрее. О. А я тут как раз босиком стою. А мои судите. Мирка, отдай. Отдай. Понаблюдаю. Да уйди. Сидеть на лавочке. Идите. Идите, ладно. Посидим на лавочке. На лавочке. Посидим. Все. Посидим. Марсюнчик, он не то, что постарел. Он просто видит, что Жорик, он более активный, более молодой, более такой импульсивный. А он ближе к кухне, Марсюха. Да, Марсюнчик? Скажи, кухня надежнее, там колбаска может перепасть. А что там от Мирки может перепасть? Да ничего. Ничего. Пустое место. Ну, вы поняли, о каком я месте говорю. Оно же пустое, в принципе. А колбаска, она осязаемая. Вот такая вот плотская. Да, Марсюха? Что там у нас? А что это такое? Ну-ка. Что ты там ел? Ты уже груш, что ли? Ну-ка. Ну, вон. Что там у тебя? Листик какой-то. Все, забрал. Ну что, мне надо идти. Даже не знаю, как назвать этот ролик. Бронское движение не назовешь. Потому что их всего трое. Еще с лириком там, ладно, можно было с натяжкой сказать. А так, просто какая-то движуха происходит. Вот я и снял ее. Может быть, назвать движуха французских бульдогов. Или как еще? Ну, смотрите, вот, видите? Ну, я, в общем, снял видео с какой целью? Показать дистанцию, какую держит Жорик от Мирки. Они, он, видите, думают, что я пойду в сад. Нет, я в сад не иду. Я лежал на кровати, отдыхал. Смотрите, вот она отстала, да? Вот он ждет. Он ждет. Жорик, иди сюда, иди ко мне. А что ты бросил подругу? А, и все, и видите, и тут же опять к ней. Вокруг меня бежал и к ней. Какой-то магнетизм. Магнетизм собачий. Вот они. Вот так вот целый день. Целый день. А ночью он ее затаскивает в будку, подпирает своим телом и не выпускает. Она до утра лежит в будке или сидит, что они там делают. А днем вот бегают вот так друг за другом. Все. Вот куда Мирка, туда и Жорик. А Марсенчик по своим ящерицам ходит. Плевал он на эти любовные игры. Да, Марсенчик? А вот она осень какая у нас, видите? В саду. Смотрите. Сейчас подойду, покажу. Листики какие красивые. Смотрите. Знаете, видите? Вот она. Вот. Ну что, как бы мне это лучше показать. Смотрите, какой лист. Видите, он вот желто-красный. Вот, смотрите. Сейчас сорву один листик. Сорвал. Ладно. Сорвал, да нет. Вот он. А сейчас. Видите? На фоне Марсика. Марсенчик, на! На, Марсенчик, иди быстрее. Бегом, бегом. Держи. На. Тебе. Мирка! Мирка, на! Осенний листочек тебе. Это тебе от Жорика. А ты, кавалер, угостил бы даму.
часто только ходишь и преследуешь ее. Ну вот, показали кусочек. Кусочек чего? Кусочек нашей, кукушочек. Кусочек жизни из французских бульдогов. Вот что я показал. Ну и заодно и вот это красивое дерево. По скриптам. Видите? Вот я о чем говорил. Он ее в будку запрет и сидит. Не дает ей вылазить. Вот. И опять хвостиком. Такой, знаете, как единый организм, длинный такой, на 8 лапках, 4 уха, 8 лапок и 2 хвостика. Сейчас опять побежит он же. Пошли. Смех, меня смех разбирает. Все, вот так целый день. А мне надо идти на работу. Ну, надо ж на чем-то остановить видео. Вот на этой прекрасной розе.